Это я, Марио! Проверка двигателей. Двигатели в рабочем состоянии. Не забудьте лягушонка! Марио! Проверка систем жизнеобеспечения. Показатели в норме. Экипажу доложить о готовности. Запуску готовы! Приготовьтесь, Челленджер, старт через 10 минут. Приготовиться к запуску. 3, 2, 1. О, черт! Мы наконец-то свалили с Луны, парни! Парни! Снимите меня отсюда! Кажется, нас забыли, черт возьми! Вот же ж дерьмо, чувак! Воу! Парни, хотите немного чипсиков? Погоди, ты с каким вкусом? Сыр начо! Ты не в курсе, где у меня перед, а где зад? Сзади должна быть жопа! Хватит срать с маленькими Доритос! О мой бог, это жесть! Мы страдали слишком долго! Видите этих ублюдков? Видите их? Ага. Они не сделали ничего такого, но они синие. Я всегда ненавидел синий цвет, и знаете почему? Почему? Просто так. Теперь мы здесь, чтобы убить их. Каждый кусочек, каждый кусочек. Чипсинку за чипсинкой. Какой вкус самый лучший? Сыр начо! Черт возьми, да, сыр начо! Итак, на счет 3 атакуем. Раз, парни, вы готовы? 2, мы сломаем их! 3, сыр начо! Валите их! О, нет! Ты убил своего! Я надеру тебе задницу! Эй! А ну-ка! Вернись сюда! Иди сюда, трусливая сучка! Иди ко мне! Он читер! Я достал его! Валите его! Валите его! Не дайте ему уйти! Ах ты ж! Один готов! О мой бог! О мой бог! Я выжил! Ты прошел отбор! Что это за хрень? Я обустроил свой офис. Офис на Луне? В каком смысле? Мы не на Луне, это Канада, здесь всегда снег. Я здесь живу, чувак. А там что, по-твоему? Да это просто Луна. В этом мире мы можем многое, используя наш разум. Что это за дерьмо собачье? Добро пожаловать в Матрицу. Чувак, ты серьезно? Мне так говорит Луиджи. Чувак с огромным носом говорит мне, добро пожаловать в Матрицу. У тебя есть два пути. Если ты хочешь познать истину, выбери красный ящик. А если ты хочешь и дальше быть обычной пачкой чипсиков, выбери синий ящик. Вау! Ладно, давайте подумаем, какой у меня выбор. Короче, ты выбрал красный ящик. Чтобы использовать силу своего разума в Матрице, ты просто должен поверить. Тут есть набор мебели, не хватает только телевизора. Теперь сфокусируй свой разум. Телевизор, понятно. Значит, нужен телек. Телек! Скорее ищи холодильник! Есть холодильник! Собираем кухню! Скорее используй свой разум! Кухня! Черт возьми! Немного левее, basically! Немного левее! Оу, простите, простите! О боже, это мой косяк, парни, простите! Мы останемся здесь навечно! Хьюстон, у нас проблемы! Куда мы летим? Марио? Да? Мы умрем. Походу нам хана. Окей, мы врежемся в землю. О, черт. О, мой бог. Наша тачка горит. Если ты выживешь, скажи принцессе, что я любил ее. Нет, боже. Смотрите на наши трупы. Мы умерли вместе. Прикольно, у тебя пистолетик. Ага, ничего такой. Где ты его взял? В магазине.
Еще вот такая штука есть! Охренеть! Ладно, слушайте сюда, мужики. Мы мечтали улететь отсюда так долго. Сдерживайте смех, сдерживайте смех. Что это за хрень внизу? Это помощник Купы. Это Гумба. О, это Гумба? Это чертов Гумба. Ладно, сейчас я уберу его отсюда. Гумба, пшел на! Марио, да? Мы возвращаемся на уровень 1-1, братец. Не-не-не-не-не. Да, мы возвращаемся назад домой. Нам нужно возвращаться к нашим трубам. Нет, только не трубы. Итак, вы готовы? Ага. Чертов Гумба, пшел нах! Господи. То, что мы собираемся сделать, совсем не смешно, окей? А что это за кусок бекона на белой палке? А, это флаг Германии. Итак, мужики, слушайте сюда! Мы мечтали улететь с этой долбанной планеты так долго. Мы готовы к этому, благодаря ученым, которые построили этот корабль. Я тоже его строил, я реально задолбался, ясно? У нас есть великолепная команда, парни. И пилот, который поведет нас сквозь космос. Я был рожден для этого! Да, это твоя судьба. Тогда заткнись и сядь в кресло! Я не могу сидеть! У меня даже нет жопы, чертов умник! И давайте дубль 2. Итак, мужики, слушайте сюда. Мы мечтали улететь с этой долбанной планеты так долго! И это меня просто бесит! Мы готовы к этому, благодаря ученым, которые построили этот корабль. Мозговитые засранцы! Нам пытался помешать Гумба. Гумба, пшел нах! У нас есть великолепная команда, парни. И пилот, который поведет нас сквозь космос. О, да! Давайте свалим отсюда домой. Земля близко. Давайте сделаем это. Что у нас там с двигателями, Луи? Подай сигнал. Что, парни, готовы к запуску? Да, мы готовы. Ладно! 10, 9, 8, апу, 4, 3, 2, 1. Да, мы летим, домой. О, черт! Нет, поднимайся, поднимайся! Это была одна большая ошибка. О боже! Помогите! Помогите! Мы на месте? Нет, это не похоже на Землю. Смотрите на это! Парни, я понимаю, это, конечно, Луна, но... Пожалуйста, поставьте меня на место. Ты готов к этому? Я всегда готов к любым трудностям. А что вы собираетесь делать? Как мы всегда говорим, ничего личного. Это просто для развлечения зрителей. Что было на Луне, остается на Луне, окей? Ты ничего не почувствуешь. О боже, о боже! Блин, да хватит вам фигней страдать. У меня есть более подходящая штука для этого. О мой бог! Да, этот размер в самый раз. О боже! Мы должны быть здесь осторожнее, мы на неизвестной территории. Так что давайте потише. Ладно, мы выдвигаемся в эту сторону. Пошли! Ha ha ha!